Глава муниципалитета Максим Красноцветов встретился с волонтерами на территории храма Александра Невского в Красноармейске и передал для бойцов индивидуальную станцию подавления БПЛА. Станция РЭП. Да. Видите, зарядная устройство. Волонтеры округа регулярно находятся в зоне специальной военной операции. Навещают военнослужащих, поднимают боевой дух и передают солдатам и жителям Донецкой и Луганской народных республик гуманитарную помощь. Хочу сказать слова благодарности и сказать спасибо всем нашим жителям, неравнодушным, кто не проходит мимо, кто помогает, участвует, кто вкладывает частичку себя в помощь, которую оказывают наши люди, ребятам, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Я уверен, что и усилия наших жителей, и жизни наших ребят, которые находятся там, это все в скором времени приведет, конечно, безусловно, к нашей победе. В ходе рабочего визита глава округа оценил ход ремонта на бульваре Зубова. Сейчас в Пушкинском активная фаза ремонта дорог. На сегодняшний день в работе 5 адресов из 6 запланированных. Здесь, в Красноармейске, также у нас порядка километра протяженности этой дороги. Как видите, подрядчик работает, работает полным ходом. Подошли к храму, организовали там разворотный круг, запустили сюда маршрут. Поэтому я считаю, что программа капитального ремонта дорог идет. И на сегодняшний момент я не вижу никаких посылок, чтобы она не закончилась вовремя и благополучно. На бульваре Зубова заменят почти 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, отремонтируют тротуары и обновят бордюрный камень. Наибольший объем работ специалистам предстоит выполнить на Московском проспекте в Пушкино. Помимо замены асфальта, подрядчик отремонтирует тротуары, посадочные площадки на остановках общественного транспорта. Работы на всех адресах идут в соответствии с графиком. Отставания по графику нету. В некоторых местах подрядчики вышли даже чуть раньше и опережают сроки. Но главное здесь это качество. То есть мы все-таки идем не по времени, а по качеству выполняемых работ. По итогам каждой работы по асфальту у нас будет вызвано государственное бюджетное учреждение «Лабрадор», где мы уже возьмем пробы асфальта и проверим на толщину, проверим все объемы, водонасыщение, уплотнение и так далее, чтобы качество соответствовало действительности. Всего в этом году в округе планируют обновить 17 автомобильных дорог местного и регионального значения. Напоминаем, в прошлом году в Пушкинском отремонтировали 24 муниципальные дороги. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Сергей Денисов, Мария Головачева. Новости Большого округа.